весельем и угощением. Вот так по традиции отмечается широкая масленица. Десятки творческих коллективов Шымкента в день празднования стали русскими народными. Такого открытого и душевного веселья зрители не видели давно. Ансамбли исполняют русские плясовые. Под заводные мелодии народных песен зрители просто не могут устоять на месте. Горожане с удовольствием отплясывают прямо на улице. Поздравляю всех с масленицей, желаю счастья, чтобы дома было много блинов. И все гости были рады. Поздравляем всех южноказахстанцев с таким прекрасным праздником. Желаем всем здоровья, удачи, благополучия. Пускай в Казахстане и вокруг него всегда царит мир и благополучие. С праздником всем! Организация, хорошие танцы, хорошие костюмы. Все это прекрасно. Радуемся. Масленицу провожаем. Масленица как символ прощания с зимой и встреча весны. Смех и игры – главный атрибут праздника. Шымкентцы демонстрируют силу и умения на игровой площадке. Самым лучшим – призы. Награждают и мастеров слова. В этом году среди горожан впервые был объявлен конкурс частушек. Каждый год мы проводим очень широко этот праздник. Ждем чучело, концерты, частушки. Я с удовольствием пишу. Меня и не просят, я сама пишу, отнесу, девочки поют. Вдоволь наигравшись, горожане направляются к выездным лоткам с традиционными масленичными угощениями. Плюшки-ватрушки и напитки собственного производства. Прямо на улице повара пекут блины и блинчики. Особым спросом у гостей праздника пользуются блины из ржаной муки. Повара отмечают, они не только вкусные, но и полезные. Горожане угощаются блинами здесь же перед торговыми лотками. К блинам подаются джем, мед и сметана. Мы даже не успели выложиться, народ побежал. Оказывается, как люди любят блинчики. Особенно масленица, это вообще огромный праздник. У нас огромный ассортимент. Есть фаршированные, есть ржаные, есть дрожжевые, даже с пшенной кашей. Поэтому огромный у нас выбор. Мы всем рады и очень рады, что такой праздник. Что люди так празднуют, несмотря на погоду. Народные гуляния продолжались несколько часов. На сцене молодежного ресурсного центра яркие концертные номера сменяли друг друга. И все пели, танцевали и участвовали в театрализованных постановках. Веселые скоморохи угощали гостей блинами, а южноказахстанские мастерицы представили свои работы на ярмарке рукоделия. Мы имеем возможность и попробовать свежеиспеченные блины вместе с экологически чистым медом. Посмотреть замечательную концертную программу, в которой принимают участие самодеятельные коллективы города, а также коллектив Дворца школьников. Веселый праздник, на котором рады каждому приходящему, удался. А с 27 февраля у православных начался Великий пост. Он продлится до Пасхи, которая в этом году отмечается 16 апреля.